Помощь беженцам – это, конечно, очень серьезная, очень сложная проблема. А готова ли Россия, я не знаю, я не могу говорить за всю Россию, но то, что она будет принимать и будет помогать – это 100%. И я думаю, что Украина должна России благодарна быть за все, что происходит. Если к нам бегут, значит, так, значит, у нас лучше. Мы же не видим российских беженцев, бегущих на украинскую сторону. Правильно? Это очень четкая ситуация. Они вообще-то бегут к нам. И всегда бежали, и будут бежать. Поэтому Россия, она заявила о себе геополитически как центр, соответственно, евразиатского мира какого-то, как центр бывшего Советского Союза, и бежать будут к нам. И мы берем полную ответственность, и уже наша страна, чтобы помогать этим людям. Какие меры должны быть предприняты, это уже люди на местах должны этим заниматься, как бы. То есть я здесь ничего не могу сказать.